Привет, друзья! Сегодня ко мне в гости в барбершоп придет известный музыкант Санечек. И, отталкиваясь от его пожеланий, я попытаюсь сделать какую-то стрижку, которая будет соответствовать его стилю. Your eyes are colored red and black leaves are hot like hell. The candles burn it bright. That hills and fish that love their way. You watching me. I want you with every sail. We have no time to wait. Your whisper drives me mad. We rail. Born to die. Привет, меня зовут Саша, я музыкант, играю в группе Hellfire Sox. Моей группе 12 лет. После знакомства с музыкой Сайкобили мы очень увлеклись перетесовыми прическами, и это очень повлияло на внешний вид группы. Для меня стильная прическа – это очень важный атрибут. Я считаю, что рок-музыкант без прически – это все равно, что рок-н-ролл без электрогитары. Санечку я выполнил стрижку в классической манере, которая была очень актуальна в 40-х-50-х годах. Такие стрижки носили такие известные личности, как Бадди Холли, Ричард Литтл, ну и, естественно, Элвис. И использовал оригинальный в тот метод, супер популярный метод укладывания волос, который называется DuckTales, что в переводе означает «утиная задница». Всем привет, ребята! Слушайте группу Санечка и приходите стричься к нам в барбершоп. Новость для любителей группы Motorhead. В Швеции выходит сборник-трибьют Motorhead, и мы приняли в нем участие с песней «Death of Glory».